Чебоксарский завод промышленных тракторов уже в этом году может выйти на безубыточную работу. Об этом заявляют новые руководители предприятий, перешедших в собственность Трансмашхолдинга. Сегодня представители компании встретились с руководством республики. Подробности в следующем материале. С приставкой в Рио на промтракторе и ЧАЗе и уже назначенный гендиректор вагоностроительного завода в Канаше. Официально Игорь Шпак должен стать у руля трех предприятий республики после того, как его назначат акционеры. Собрание состоится в конце июня. Какие планы руководства завода, потому что в декабре буквально участвовали в представлении новых руководителей, которые были номинированы технологиями. В Канаше я с начала марта генеральный директор, и мои акционеры направили меня сюда. Ну, я посмотрю, тематика вот вашего холдинга как раз больше с Канашом, да, и с прогмативом. И на сегодняшний день, вот считайте, март, апрель, май. В июне по ЕБИДе, наверное, выйдем. И уже летом, предполагает Игорь Шпак, промтрактор «Вагон» выйдет на чистую прибыль. В правительстве региона ситуацию контролируют. На этот год или до конца этого года и на перспективу взять 2019-2020 года по заказам там будут они обеспечены? Заказы, да, будут, работа будет, зарплата будет, в принципе. Безусловно. Заказы есть. Есть организации, компании, которые готовы долгосрочные контракты подписывать на 2-3-4 года. Но по промтрактору «Вагону» такие заказы на сегодняшний день есть. И возможность их подписать есть. Август, сентябрь. Ну, если никаких радикальных скачков там на рынке сырья не произойдет, металлургия резко не повысит цены, будем уже в плюс выходить. У «Трансмашхолдинга», который представляет Игорь Шпак, накопился богатый опыт оздоровления предприятий. Антикризисная программа уже помогла Бежецкому сталеплавильному и Брянскому машиностроительному заводам. Главная задача управленцев – обеспечить полную загрузку, а в перспективе наладить и выпуск новой продукции. Мы надеемся, что будет принят план по оздоровлению предприятий, ускоренном прохождении банкротства и, так скажем, создании каких-то новых структур. В ближайшее время управленческая команда готова составить полный график погашения долгов и обеспечить максимальный приток инвестиций. Дмитрий Ковалев и Андрей Спиридонов. Республика.